Буду выбирать правый фланг. Потому что на левый фланг, возможно, будет просто слив. Самое главное, чтобы еще пару танков также со мной пошли в бой. Значит, направляется я пока в саму чащу с деревьями. Так, смотрю, вроде бы, да, идут на мою сторону пошло. Пошли танки, так. БТ-7 пошел на середину. Будет светить. Ну, думаю, пока спешить не надо. Сейчас тут выбрать неплохое местечко, затаиться на некоторое время. Вот. В такой ситуации спешить не надо. То есть я стою, оцениваю всю ситуацию, которая на данный момент. Так, уже противник уничтожил. Своего же противника. Ну, такое бывает. То есть один голубой ник уже есть. Так, вот, пошли первый это светлячок. С их стороны, да, конечно, я его споймать сейчас не могу. Так как он двигается по траектории, которую я не знаю. Пока ждем. Так, уже кто-то ведет неприцельный огонь. То есть думаю, что здесь собралась целая куча танков. Так, впереди у нас ПЗшка и ЧХ. Ну, пытается вперед прорваться. Так, кто-то с левого фланга. Ага, ПЗ обойти. Ну, тяжеловато на такой скорости что-либо сделать. То есть я пока не произвожу выстрелов. Мы пока ведем за счет нашего противника. Вот уже пока 1-1. Так, вот беспокоит меня то, что вышел на нашу базу. Я постараюсь его убрать, но на такой скорости, конечно, тяжеловато что-либо сделать, поймать его. Мешают деревья. Так, он скрылся. Все-таки, что находится сейчас слева, но меня интересует так. Справа никого. Ну где же, он должен сейчас вылезти, надо вот за ним смотреть. А, вот, и проезжает прямо возле меня. Я в засвете, он меня не замечает. Так и стоит. Я даю ему по заднице. Вот теперь он понимает, кто с ним ведет бой. Тут главное быстренько его уничтожить. Все, я его уничтожаю. Так как я в засвете, ухожу с этого места. Ничья 2-2. Шансы на победу 38%. Так. Еще ПЗшка ходит. У них очень много светлячков. Так, вот, Т-18. Вот, а теперь нужно спасать нашего, иначе произойдет таран. Он произошел, наш враг, и я уничтожаю. Но на такой скорости очень тяжеловато. Вот Т-18 надо убирать. 5-5. То есть они успевают таким же темпом уничтожать и наш. Так, у нас там Т-18, кто находится за железной дорогой. Так что я его там не возьму. Так, это ТЗ-шка. Уходит за горку. Выходит. Я в засвете. Так, меня не бьют. Я получаю. Счет 6-6. Так, выцеливаю. ПЗ. Тяжеловато попасть. Попадаю. Ух ты, тут с правой стороны, прямо возле меня, он меня не замечает. Еще одна ПЗшка. Вот его надо уничтожить. Выцеливает меня. Я уничтожаю его.
Так, сейчас нужно будет поаккуратнее. Так, надо добиться. Опа, меня видит. Ты знаешь, что у меня остается всего 30 хп. Всего 30 хп. Вот что делать так. Но я все равно иду на их базу. Тут я спустился немного ниже горочки. И стараюсь уйти с засвета. Так, с засвета я ушел. А бой нужно выиграть. Так, топливный бак у меня восстановлен, был поврежден. Я продолжаю дальше. Вот стоит ТЗшка, которую я так и не могу добить. И что я делаю? Иду прямо на нее. У нее всего 28%. Я подкрадываюсь. Все, я в засвете, тут нужно быстро, очень быстро действовать. И бью по башне. Раз. И уничтожаю. Так, справа. Лишняя база. А вот еще. Т-18. Который тоже надо уничтожить. Уничтожаю. Все, победа. То есть бой прошел отлично. 6 танков я убрал. Просто в этом бою мы победили. То есть, в принципе, не имеет значения, на каком ты танке играешь. Главное, правильная тактика и владение своей техникой. Знать, хорошо знать ее характеристики. Вот. И тогда практически больше 50% боев можно выиграть. Даже вот с таким низким рейтингом побед, как 37%, бой был выигран. Бой был сыгран на вторых-третьих уровнях. У меня был там Т2 медиум второго уровня. Ну, а сейчас посмотрим, что я заработал за этот бой. И посмотрим результаты остальных танков, то есть которые играли за нас и которые были против, то есть противников. И самое главное хочу сказать, что бой победа произошла из-за правильной организации, то есть каждый танк знал свою работу и выполнил ее на отлично. За этот бой я получил знак классности мастер за мастерство владения боевой машины. Также 9000 серебра. Полторы тысячи опыта. Почти 1500. И медаль воина. Уничтожить наиболее количество машин противника, но не менее 6. Да, конечно, потратил я 16 тысяч серебра. В топ попал воин. Также тут еще тоже неплохо играл. Получил кто-то там Т-18 камикадзе. Вот. То есть уничтожил противника тараном. Тоже сыграл данное это. Да, конечно, много ушло на это, но такая медаль стоит того. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Будет очень много еще интересных боев на разных видах техник, на разных видах танков. Все, счастливо, пока.